Всем привет! Сегодня поговорим о газовых кемпинговых плитах. Начнем с однокомфорочной газовой плиты. Подготавливаем нашу готовочную поверхность, переворачиваем основной элемент, открываем отсек для нашего газа, используем штоковый баллон. Устанавливаем его в паз, фиксируем, подаем газ путем нажатия нашей тарелочкой на их эксплуатацию. Отсоединяем наш баллон, убираем баллоночку. В комплекте идет вот такой адаптер-переходник, можно подключить обычный пропановый баллон. Прикручиваем его сюда, тем же путем подаем газ. Путем нажатия наша горелочка будет введена в эксплуатацию.